теперь встречаем нашу классную. В субботу на площадке у Светлогорского центра культуры активисты районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи провели для юных жителей города танцевально-конкурсную программу «Стрит Дэнс». У фонтана собрались юные гости мероприятия. Они и их родители провели этот вечер с пользой и зарядом бодрости. Любимые песни, зажигательные танцы, веселые загадки. Но самым интересным стал мастер-класс по степ-аэробике, в котором могли принять участие все желающие. Приходите по субботам на площадку у фонтана, и каждую неделю вас будет ждать что-то новое и интересное.